Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего занятия – построение выкройки детского берета. Для этого нам понадобится миллиметровка, линейка, карандаш. Также мы будем использовать выкройку обхвата головы. В данном случае обхват головы у нас равен 52 сантиметрам. К этой величине необходимо прибавить 2 сантиметра на свободное облегание. У нас получается 52 плюс 2 – 54 сантиметра. Мы будем использовать эту величину для построения деталей. Для начала мы построим прямоугольник. Длина прямоугольника будет равна 27 сантиметрам, половине обхвата головы с прибавкой. Длина 27 сантиметров. Ширина прямоугольника 7 сантиметров. Семь сантиметров, 27 сантиметров, линия сгиба, сгиб. Теперь нам нужно начертить еще один прямоугольник. Это будет наша вторая деталь. К 27 сантиметрам мы прибавляем 5 сантиметров для закладывания складок. Длина прямоугольника получается 32 сантиметра. Ширина прямоугольника 7 сантиметров. Семь сантиметров, 32 сантиметра. Осталось начертить третью деталь. Третью деталь мы будем рассчитывать по нашей формуле. Третья деталь является донышком берета. Донышко берета – это окружность. Длина окружности у нас будет равна 88 сантиметрам. Теперь вырезаем первую и вторую деталь. Нам необходимо разделить вторую деталь на 7 равных частей. 32 разделить на 7 приблизительно 4,5.
Теперь необходимо разрезать по нашим намеченным линиям, но не до конца. Оставляем где-то 2-3 миллиметра. Раскрываем на 2 сантиметра разрезанные линии. Нам необходимо раскрыть и зафиксировать. Для фиксации используем специальный бумажный скотч. Мы получили полученную деталь. Нам необходимо перенести на бумагу. Мы получили окончательный вариант второй детали. Мы расположили получившуюся деталь на миллиметровке и переводим ее. Соединяем все детали плавными линиями. Мы перерисовали вторую деталь. Теперь замеряем наружный срез для того, чтобы мы смогли построить третью деталь донышком. Срез равен 44 сантиметрам. 44 сантиметра наружный срез, 32 сантиметра внутренний срез. Для того, чтобы определить радиус нашего круга для третьей детали, нам необходимо воспользоваться формулой длины окружности. Формула длины окружности равна 2πr. У нас длина окружности равна 88 сантиметров, две детали, 88 сантиметров, 44 умножили на 2. Пи у нас равно 3,14 сантиметров, и мы вычисляем наш радиус. 88 разделить на 2, умноженное на 3,14,
у нас получается приблизительно 14 сантиметров, наш радиус третьей детали. Если у вас нету с собой циркуля, можно будет воспользоваться линейкой, чтобы начертить окружность. Для этого мы ставим центр окружности. Отмеряем радиус 14 сантиметров и ставим точки. Который мы потом просто соединим. Длина нашей окружности будет равна 88 сантиметрам. Третья деталь готова. Донышко берета с радиусом 14 сантиметров. Теперь необходимо вырезать все детали. В результате у нас получилось три детали. Первая деталь идет со сгибом, это одна деталь. Далее идет две детали номер два и одна деталь донышко берета. Наше занятие закончено. До следующих встреч!